Шапу убраву. Так, фотография. Здравствуйте, здравствуйте. Наташа? Привет. Привет. Нас собака не съест? Нет. А у нас ребенок. Ну да. А мы детей не приглашали. Но у нас будет один мальчик лет 8-10. Рухили. Вот черемонтра уйфора. Был кто-то новенький. Сейчас мы посмотрим, кто там. О, Саи! Это Галочка моя, это Лидочка с моего родного города. Галка с моего родного города, она в Ницце живет. Это Пьер. Алло, а вы где шапу убрали? Так, фотография. Две сестры. О, девки, как я рада вас видеть вообще. Скажи мне, пожалуйста, ты рада, что ты у меня в гостях? Очень. А твои розы, это вообще супер. Сходишь потом, пофотографируешься. Это потом будем все фотографироваться. Это красота, это такая работа. Натушенька, это все облетело, тоже было без... Это Иночка испекла. Нам, Иночка, расскажи, что ты нам испекла. Значит так, это кекс с ветчиной. Угу. И с оливками, угу. С черными оливками и с маленькими этими, как его, орешки. Вот, с орешками. А сошла на шеречек, сейчас я повторю. Он осталось хотели оперу. Regarde Meggy. Oui, là si des fois il y avait quelque chose qui tombait, hein? Ah oui. Ah ben oui. Так, и это у тебя а, что? А это значит это кабачки. Кабачки. Кабачки с сырным сырным соусом. Фромаж де шево. А, это с козьим сыром. С козьим сыром, да. Очень аппетитно смотрится, красиво. Ну, вообще, это самое. Ну, а кто же у нас там ждет? Беги. Я не успела его поделать. Ты у нас должна попробовать, что это такое. Подожди, осир. Было горячим, так не могла я его резать. Беги сказала, что это очень вкусно. Очень вкусно, да. Мы поняли. Она говорит, дайте мне еще что-нибудь попробовать, пожалуйста. Мои дорогие девочки, дайте мне что-нибудь попробовать. Ну, маленький кусочек. О, как это вкусно, Инна, спасибо, спасибо. Я очень рада. А вы сейчас стоять могу? Здравствуйте, Мада, добро пожаловать. Мы тут уже пахнем чесноками, все на свете. Арбуз. Клади его в мойку, я его вымою сразу же. Давайте я помою. Давай, я не против. Потому... Здравствуйте. Нет, смотрите, два блогера. Я же этого ждала. Привет, дорогая. Привет, мое солнце. Так, привет. Привет. Вы все хорошеете и хорошо. Правда? Конечно. Подлиза. Еще один, который меня на «вы» называет. Он показывает, что я его старше. Он несчастный. Поработай, Виолетта, поработай. Знакомьтесь. Мы уже познакомились, мы вместе приехали. Мы подъехали, припарковались, я сразу...
Видите, как у нас тут весело? Каждый сам по себе. Это там звезды такие в шляпах. Видите, самые стойкие остались в шляпах. Они могут видеть на солнце. Девочки, а где наша Ира? Она уже от него плачется. Сейчас мы посмотрим, чем там занимаются наши гости. Снимай меня, я тебя... как тогда... Ну, я, конечно, тогда снимала ужасно, прям вот так вот. Ну ладно, все я хорошо. Я тебя... Замучил мою собаку. И потом вместе мы рассуемся. Смотрите, смотрите. Ну, мы уже сделали фотосессию. Молодцы. Молодцы. Вообще гвоздики. А я еще и в чай собираю, завариваю. Сушу. Кого? Вот эти вот гвоздички? Да. Ты что, я там, где я шаманю тут, я ж чаю тут. Ирка, осторожно, порвешь свое платье об розы. Я уже, по-моему, порвала, неважно. Я и не такие дерюги рву. О, какая ты у меня звездуля. Не, ну посмотрите на нее, посмотрите. Лишь бы не упасть. Подожди, подожди. Не упасть бы. Ира такая, лишь бы только не упасть. Девочки, кто к нам? Давайте. Ну кто? Вон туда сзади. Все. Нет, как это все-таки прекрасно. Мы придумали в этих шляпах. Почему ты без шляпы? Девочки, да. Смотрите, смотрите. Девочки, все вот сюда смотрим. Куда? Вот, вот. Куда? Я. Ой, красота. Я вот твои шляпы. Маленькая. Ну. Потому что вот, мы снимаем. Я видна? Посмотрите. Ой, я падаю. Давайте все скажем. Все подписывайтесь на канал Провансалочки. Все подписывайтесь на канал Провансалочки. И однажды вы окажетесь на этой террасе. А ой, обязательно. Вы однажды, вы обязательно окажетесь на этой террасе. Ну, поверьте просто Ире. И Аллочке тоже. Здесь у них так хорошо. У них просто здесь... Ой, ура! Раз, куда ты пошла? У меня ноги подкосило, попала в эфир. Ира, какая? Ты все, ты, Ира, ты была в прямом эфире. Правда? Да. Классно. Галочка моя. Так, все опять снимаешь. Так, ну давайте, каждый выходит на красную дорожку и говорит слово одно. Давай. Слово Аллочка, мы тебя любим. Так, золото. Дальше. Счастья вам, дорогие. Спасибо, спасибо. Девочки, это Канна. Это... Счастью, любви. Мерси. Большой. Тебя так хорошо смотрится, очень прекрасно. Мы себя чувствуем здесь как... Представляете, что я тут устроила? А ты что мне скажешь? Подруга ты моя. А я тебя просто люблю. О, и все, дай тебе поцелую. Вот, моя. Вот целуйся в камеру. Все. Слушай, ну кому-то, девочки, мы сегодня будем за стол садиться? А вот этот блогер... Идите, я тебя буду рекламировать. Иди, давай. А вот это... ссылочку на мой канал, пожалуйста. Да. А вот это молодой блогер Виолетта, у нее большое будущее. Она классно делает свои видео. Спасибо. Подпишитесь на ее канал не потому, что мы с ней дружим, а потому, что она просто классный блогер. Спасибо. Да, да, спасибо. Да. Давай. Yes, YouTube. Yes, yes, YouTube forever. Вспомнили песню. Это просто звезда. Ира, 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 а помнишь, я брошу, оно на меня возвращается, я бросаю этот шар, а он на меня. Я снимаю тех, кто снимает. Видите, ну все, короче, народ весь немножко развеселился. Мы же не будем говорить, почему мы веселые. Ну, конечно. Ну как, это потому что мы рады. Ну, мы же не будем говорить, почему мы так рады. Ну, как мы скажем? Мы скажем, что мы так рады, что мы вообще рады. Мы очень рады, мы просто очень всем рады. Ну что, девчонки, давайте, может, будем убирать стол и будем рассказывать. Я не боюсь. Берем рис. Берем воду. Пардон, берем воду. Мы вот так будем варить сейчас рис. Давай. Ставим воду на огонь. Напротив цветочка. Да, ставим водичку на огонь. У нас закипает. Бросаем для каждого человека по горсточке риса. Туда бросаем, бросаем.
Нужна водичка, чтобы покрывала на два пальчика. Рис. Так, чтобы было больше. Девочка, а как же рассчитать с водой сначала? Я просто Обогрелся, конечно. У меня большой секрет. Подождите, у нас своя метода. Водичка, если видишь, не сливаешь ее, она сливается. Сливаемая. Потом оно поднимается, рис набухает. И только вот он набух, это в течение 5 минут, мы его выключаем. Так. Но надо, чтобы водичку добавить, одну ложечку оливкового масла. Хорошо. И немножечко добавить. Это для правильного риса. У нас рис быстро разваривается. Закрываем, укутываем полотенцем, закрываем из них целлофан и сверху одеяло. И рис и сам у вас будет рисовая каша. Нет, будет рис супер. Это когда нормально риса. Это я говорю, у меня рис, это быстро разваривается. Так, это у нас вступает Света. Она говорит, нет. Где наше платье? Все, потому что у меня рис неправильный. А у тебя какой рис? Рис, который быстро такой. Самый простой. Так Надя привезла нам рису. У меня нет нормального. А здесь нет нормального риса. Ну, короче, видите, девочки, когда мы будем варить рис, я вам все покажу вам. Пули. Мы куда шире апел. Там у нас вас, это сарафиния. Смотрите, у нас здесь накрывают стол. Видите, вон там сын Виолетты, Ина, там салфеточки, девочек, мальчик, девочка. Ира у нас, как всегда, следит за порядком. Очки одела темные, чтобы ее никто не узнал. Мы без платья твоего больше тебя не узнаем, да, Надя? Она теряется. Иди один назад платье. Она следит, так ты салфетку положили. Да, да, да. Я поняла, ты в самый тенечек, да? Я вот тоже хочу. Мы усаживаемся за стол. У нас есть... Девчонки тут все это, мы потихонечку... Смотрите, у нас есть винегрет. У нас есть салат оливье. Пойди к нему. Я пришла. Не, самое главное, к чужим мужьям, да, так? Своего мало. Ричарда Хирона мало. Да, я ему сдала в аренду. Ой, Ира, Ира. Какие-то новые места открывают. Вот у нас есть салат оливье. Ой, какой молодец мальчик. Сиди, сиди, Марк, сиди. Так вот, я же еще, слушайте, я же должна всех вас показать. Короче, Надя, у нас не хватает места, Надя считала. Я говорю, церковная школа приходская. Миги, стоп! Посмотрите, сколько нас людей. Салата. Сколько нас людей? Салата на... Привет! Это мои помощники. Салата нам только-только, да? А ты говоришь много. Нет, а салата оливье никогда не бывает много. Много бывает там. Ну, послушай. Нет, не знаю. Это что? Старый, как не знаю что. Сейчас охладился. Чайник не пела? Перекрестный огонь называется. Да, привет. После фразы лед тронулся, госпожа председатель. Так, посмотрите, мы все одели шляпы. Деньги давай. Сейчас мы ждем последних работающих пчелок, мы ждем. Те, кто на работе, мы сегодня ждем. Так, вот одна у нас. Так, одна подходит. Так. Давай, садись, Виолетта. Садись на свое место. Друзья, короче, я чуть усадила народ за стол. Мы все в шляпах. У нас сегодня день в шляпах. Мы начинаем нашу принципиальную еду. Как бы мы будем кушать салаты, потом горячее. И сейчас все мои друзья скажут, где вы находитесь? Гостях у Валочки! Провансалочки! Боже, простите! По очереди сначала русский язык, потом французский. Давай, на русском. Раз, два, три. На русском. Гостях у Валочки! Молодцы!
О, мерси боку. Послушайте, чуть уговорила народ. Все хорошо, все хорошо. Короче, все, съемка закончилась, потому что нас очень много. Так давайте же выпьем сегодня за этот прекрасный день, за то, что мы все здесь сегодня собрались. Спасибо всем, друзья мои. Приезжайте еще. Спасибо, Аллочке. В следующем году. Спасибо, Аллочка. Фотографию сделаем. Фотографию? Давай. Жарко. Mais malgré tout, alors il fait une excellente paella, hein, on va dire. Mais quand même, il t'arrive pas à la cheville pour les fleurs. J'ai pris les photos de toutes tes fleurs. Tu es une championne du jardin et des fleurs. Cher ami, voilà. J'ai pas compris, mais qu'est-ce que c'est le champion? Toi, c'est moi. J'ai pas compris. Merci Pierre, merci beaucoup. Pour la championne. Merci. Pour la championne. Pour la championne, il faut encore. Ah, c'est ça, Marie ensemble. Pour dire une fois de plus merci à Maurice pour l'accueil. Je te remercie. Et j'en profite également pour dire que l'autre jour, quand vous êtes venu à la maison, j'ai oublié de remercier Nadia, qui est un amour, qui est courageuse et qui est une femme exceptionnelle. Alors je le dis aujourd'hui. Wow. Ah. Bravo. Bravo. Bravo Nadia. C'était mon anniversaire, il a oublié. Il a oublié. S'il vous plaît. Ils ont des idées fabuleuses d'organiser tout ce monde de convivialité, de sérénité, de bonheur, d'être ensemble, réunis. Et une parenthèse, un jardin fleuri, moi je pense à là, il y a trop de roses. Merci Sylvain. J'apprends à connaître, ils sont fort sympathiques. Vive la Russie. Vive les Russes. Vive les femmes russes. Vive les hommes russes. Et vive la Russie. Merci. Merci Sylvain. Merci Sylvain. Вот сейчас мы кушаем курочку. С рисом, это Света с Надюшкой готовили. Спасибо, спасибо, Светочка. Она сказала, показывай свою тарелку. Не есть мою тарелку. Да. Нет, просто уже, когда уже половину съедет. Там тоже купила сыров, я тебе хочу сказать. Ну, немножко. Надя, она мне звонила. Она мне звонила. Она мне звонила, это говорит, какой сыр? Этот брать или не брать? У Нади спрашивает еще, девочки, спросите, мы будем есть тру норман. Давайте покажите, как. Мы накладываем мороженое. Это грушевое. Нет, это яблочное. Грушевое. А, у тебя есть? Да, есть. А, яблочное, это. Кстати, к кальвадосу еще да, лучше. Да, яблочное это тоже лучше. Девочки, смотрите, у нас тут машин. Да, тут парк. Тут вообще целый паркинг настоящий. Да, это вот... О! Мы все в тенечке теперь. А, да, отлично, отлично. Не пришел же этот брат Мариса. Он очень стесняется. Да, он сказал, что еще после АВСы. Он говорит, у него самое. О, ты молодец, ты подписала. А мы пришли кормить курочек. Так, Меги, но Чуран тропа. Так, Надь. Пришли курочкам, смотрите, дать арбузик. Вот. Ложи на землю возле этого, Артем. Нормально будет. Меги, венеси. Это забежала такая, думает, может, тут хлебушек где завалялся. Оставь в покое курочек. А там у нас курочки спят. Это их домик.
А что ты там будешь смотреть? Ты там только на какашки наступишь. Идите, наши курочки, идите кушать. Ну, много людей новых, они ж не знают. Вот молодец. Остатки вы вот так высыпи, вот вы эту в саму в тарелочку. Меги, венеси. Вот так выверни, вот так, ага, мешочек. И мешок потом мы выбросим. Ну, не выбросим, под мусор оставим. Ну, сейчас, сейчас давайте выйдем и посмотрим. Давайте, они, видите, спрятались, они вас не знают. Можно посмотреть. О, научилась? Все, правильно? Ага. Вот давайте, мои курочки, да идите, вы не бойтесь. Ой, я обожаю курочек. Представляете, какие они боязливые? Вот мы думали, они не ко всем идут, оказывается. Так, 3 белых и 6 черных. Смотрите на них. Представляете, не идут. А как их зовешь? А я так, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. А я их не зову, они сами бегут. Бабушка звала ти-ти-ти-ти-ти-ти. Смотрите, видите, у нас тут арбуз порезан, дынька порезана. Ой, так столько солнца много. Если ты хочешь эту спиральку сделать, смотрите, видите. Еды столько, что не знаем, что делать. Не знаем, не знаем. Так, попробуйте арбузик, что ли? Он очень вкусный. Вкусный арбуз? Ешь. Сегодня собрались, качнется купол неба, большой звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь. Сегодня собрались.